Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. У меня возникла пауза в отношениях, что делать? Причем возникла в тот же день, когда мы с ним встретились, и все было прекрасно. Вечером партнер сказал, что хочет разобраться, ценит он меня или нет, при этом у нас взаимная любовь. Я все на нервах, мечтал от разного, не знаю, что делать, встречаемся год, до этого не было ссор и расходов. Ну, что делать, здесь, конечно, вопрос максимально такой. Я бы сказал, ну, максимально абстрактный. Вот. А дело в том, что, ну, важно понимать, в первую очередь, что ничего здесь, пожалуй, не сделать. Вот. То есть, если, допустим, человек решил с вами расстаться, если человек, допустим, решил, что ну, в отношениях с вами он больше быть не хочет, то ничего с этим не поделать. Вот. Такое бывает, что, ну, чувства проходят, чувства заканчиваются, такое бывает, и хоть это и неприятно, и больно, вот, но такое бывает. Не делать выводов, таких вот выводов, я бы сказал, каких-то серьезных выводов, далеко идущих выводов, определяющих выводов. Вот. Это тоже, что, на мой взгляд, можно было бы назвать вашей задачей. Потому что выводы или какие-то решения, которые вот вы можете пытаться сейчас простроить, вот. Ну, ни к чему хорошему не приведут. Можете мне в этом смысле поверить. Вот. То есть не делать выводов каких-то, не принимать решений, вот. Проживать по возможности свои чувства, вот, и постараться работать с вашими страхами, вот, которые, ну вот, в данном случае у вас имеет место быть, да? То есть вот, ну, именно страх, вот именно то, что вы боитесь, да, то есть вы говорите о том, что не находите себе места, вот от чего вы не находите себе места, очень важно увидеть, вот. Потому что, ну, если вы не находите себе места, то вы, ну, как-то получается, тревожитесь, да, вы чего-то боитесь. Вот, на мой взгляд, это, конечно, довольно сильно может вам, ну, скажем так, мешать. Вот.
Соответственно, лучше всего начать именно с этого. Чего вы боитесь? Отчего вы так не находитесь в минуте? При том, что у вас все было хорошо, да? Вот, ну, по вашим словам, все было здорово, вот вы встречали год, у вас никаких проблем не было, вот, все было в порядке, вот. И вот такое происходит, и вы в этом смысле начинаете очень сильно, судя по тому, что я вижу, переживал. Вот. Но опять же, сложно, на мой взгляд, как-то представить себе, сложно увидеть здесь какую-то, ну, подоплеку, да? То есть, сложно не увидеть какую-то подоплеку, сложно не увидеть, что вы к этой, ну, к этой истории подошли уже будучи в определенном, ну, состоянии, давайте вот так скажем, да, то есть вы к этой ситуации подошли уже будучи вот в области определенных страхов, как, ну, как мне кажется. Вот. Поэтому вот давайте попробуем увидеть, что вас в этом смысле спрашивает. Страх одиночества или отвержение, или может быть что-то еще. Но давайте посмотрим. Давали ли вы себе этот вопрос? Ну, вот, как-то так, я думаю, можно вам ответить. Вот, вы пишете, что начиталось разного, не знаю, что делать. А как вы пришли к тому, чтобы читать разного? То есть, ну, очевидно, что вот вы за человека пытаетесь цепляться, ну, держаться. Вот. Ну, тут вот тоже важно увидеть, вы за него пытаетесь держаться. В чём? На этом все, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.